Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей Шаповалов. Сегодня я и моя команда проведем мастер-класс по ловле крупных, не только крупных, но и небольшой рыбы черноморца. Раскроем вам секреты, тайны, методику и тактику лова рыбы на этом водоеме. Начнем с самого простого. С чего приезжает на рыбалку, начинает каждый рыбак? Как вы думаете? С прикормки. Это конопля у нас. Прежде чем ее сварить, ее нужно запарить, в холодной воде замочить. Мочится она 8 часов. Ну, замачивается на 10 часов, варится как закипел, 15 минут он готов. Кукуруза, ее тоже замачишь, но она такая хитрая штука, ее варить пока не слишком. Ну, один к одному смешиваем. А коноплю добавляем больше. Почему? Потому что это белок. Рыба насытится быстро. А чтобы ее удержать, конопля служит как слабительное. Для чего мы сыпем сутуху? Для того, чтобы она дала муть. Далее продолжаем по программе. Перейдем к тому, что мы зерновым добавляем бойлы. Какие бойлы? Из чего они состоят? Как правильно купить? Специалист Павел об этом расскажет. Значит, есть тонущие бойлы. Вафтерс, это бойл нейтральной плавучести. И то, что мы там закинули, поп-ап, он же плавающий бойл. Значит, уже проведено было куча исследований и доказано, что карп воспринимает по своей сути 4 цвета. Белый, желтый, розовый и оранжевый. Все, хотите купить поп-ап, купите ровно 4 баночки, больше вам не нужно. Не бойтесь сочетать, вы можете взять условно сладкий бойл, рыбный бойл и добавить любого вкуса, главный цвет. Рыба не воспринимает поп-апа вкус, вот ее вкус, вот этот пищевой сигнал дает. Это только выделение цветом вашей насадки на дне. Вафтерс в этом плане более универсальная насадка, не нужно ничего придумывать. Вы просто берете, насаживаете, и особенно на заиленных водоемах, где трава высокая, еще что-то. Это вот самая универсальная насадка. Есть пелес быстрорастворимый, и вот один из них, например, для флетфидера используется вот такой пелец, он 2-3 миллилитровый, заливается водой и потом отлично лепится в кормушку. Это вот Red Halibut, он красненький. Есть просто Halibut, он черного цвета. Он уже просверленный, то есть опять же удобно насадить. Используется как соло-насадка, так и обязательно много раз используется в сочетании с поп-апом. Здесь элементарно делать конструкцию, вы, то есть подрезаете поп-апчик, обычно пополам, присоединяете к пелец, и у вас получается снеговичок. Сегодня мы решили, что будем также ловить на бойлы медовые. Решили показать вам бюджетный вариант. Это компания с Краснодара Пивовая. Продается в магазинах Саратова, в магазине Черноморец. С бойлами вы создаете разную фракцию. Или резать надо. Частично покрушили, чтобы создать муть и быстрее привлечь рыбу. Порезали на четвертинки, порезали пополам и, может быть, чуть-чуть небольшую горстку кинули целых. То есть у вас должна быть абсолютно везде разная фракция. И для быстрого привлечения рыбы, и чтобы, естественно, потом, когда особенно мелкая рыба подойдет, еще какая-то рыба, она это все кушает, у вас что-то осталось для похода крупной рыбы. Друзья, далее. Приехали, выбрали сектор. Кому-то досталось 18-е, кому-то 7-е, кому-то 1-е. Кто-то уже знает, что кидать, кто-то не знает. Приехали, размотали, забросили и ждем. А оказывается, приехал такой вот здоровый дядя, ну, в ту сторону. И сидит, думает, поймает, нет. Другой, наоборот, возле берега. Третий попал на яму. Как нам правильно выбрать точку? Нужно отмаркериться. Что такое маркер, как ему работать? Михаил сейчас об этом вам расскажет. Такой маркер, для чего он нужен? Маркер нам служит для обнаружения перспективной точки вовли, на которой мы будем ловить. Удилище в основном идет маркерное, но кроме маркерного удилища можно еще отмаркериться и с подом.
можно отмаркиться и рабочим удилищем, если подобрать свой ключ, свой груз, и чтобы чувствительное было. Лава потенциальная маркерная, с большим оперением, с хорошим визуальным контактом на дальнем расстоянии. Груз. Груз идет специальный маркерный. Он существует, ну, вот у меня, допустим, трех видов, да? Один такой. Он хорош тем, что он летит далеко. У него хороший полет на аэродинамические свойства. Этот хорошо щупает, но, так сказать. Ну, это уже на любителя. Кто-то к нему привык, кто-то говорит, что лучше этого груза не существует. Набросили сначала, начинаем определять в точке заброса глубину. Да, если вы просто грузом не нашли себе перспективной точки, да, как вы считаете, сколько, то начинаем определять глубину, где какая глубина. Сколько мы ключевой протайнер убрали здесь, да, и сколько у нас из столб плавов. То есть груз, получается, у нас лежит на дне. Настравливаем леску, плавок поднимается на это расстояние, на которое мы спустились. Главная снасть – крокодил, фидер, лекарп, удилище. На что вы будете ловить? Попытаемся кратко сказать особенности и тактику ловли на фидер, лекарп, удилище. Александр вам расскажет, как ловить на фидер, как использовать флет-метод, кормушки, что черноморцам более актуально. Мы прикормку делали, Виталий, делали для карповой ловли, именно для карпа удилища, потому что закармливали точку. Соответственно, монтаж был просто одно грузило и насадка. Можно поставить изначально кормушку, это арбуз. Это, в общем, похоже на метод кормушку. Мы сейчас просто насыпем сюда без поводка, просто сделаем, как прессуется перец. Вот такая вот. Вот это классический фидерный монтаж. Петлягарный или патерностер. Она вяжется просто вообще на основную леску. Сначала вертлюг. Сюда сделайте петлю. Тройной хирургический обычный. Делайте также петлю и вешайте поводок с крючком. Ну, получается такой монтаж. Лотки тоже делаю сам, стараюсь сделать классические пятнашки. Классическая здесь тоже лосиная оснастка. На инлайн одна из самых лучших засечек. Потому что груз лежит мертво. Как правило, у меня здесь стоит пуля. И в весе 100 грамм этого достаточно, чтобы карп взял мою насадку, потащил и засекся сам. Например, скользящий монтаж. Самый чувствительный. Да, самый чувствительный, но он требует, как правило, подсечки. В отличие от инлайна, самозасечка весьма плохая. Поэтому приходится караулиться. Берет карп, груз у меня лежит, начинает тащить. Вот смотрите, вот это все расстояние, груз лежит, он не подсекается, а у вас уже сигнализатор сработал или колокольчик зазвенел. И только дошел до конца, и может уколоться и уйти, а может засечься. А если сработает и подсечь, давай, то рыба будет на месте. Забросили, поставили на рукоход. Ослабили фрикцион, необходимо натяжение. Все, ждем поклевки.